Здравствуйте, дорогие наши зрители! Мы опять своей дружной семейкой прогулялись по лесу. Накануне Троицы собрали вот такой прекрасный букет в вазу. И всех вас мы вот так этим букетом поздравляем с праздником Троицы. Желаем крепкого здоровья, мира и добра. А еще в конце ролика мы расскажем вам о названиях, просто названия лекарственных растений, которые встретились нам на пути в июне месяце. Так что прогуляйтесь вместе с нами. Ой, красота! Ох, друзья, не знаем, что вам снять в первую очередь. Куда глаз не кинет взгляд. Везде красоты после дождика, солнышко, июнь месяц. Вы посмотрите, в одну сторону одна красота. Дальше, посередине, красавец. Другая красота. Красавец Иван Афанасьевич. Это первая красота. И вот, посмотрите, уже выкинула озимая колос. В субботу перед Троицей собирают полынь и раскладывают в уголках жилого дома, жилого помещения, под подушку. Говорят, что это оберег от нечистой силы. Также собирают чебрец, связывают пучочки и раскладывают по углам, подвешивают над подоконником. Также считается, что там, где растет чебрец, ступала нога Богородицы. Это считается богородская трава. Еще в нашей местности выламывают ветки ореха грецкого. И, или же май, покажу, если встречу, растет такой кустарник, у нас называют его май. И у входа, у калитки, также ставят ветки, также украшают, встречают Троицу. Собирают букет вот таких полевых, либо любых цветов. И обязательно нужно украсить дом букетами из полевых цветов. Сейчас, конечно, мы обычаи не соблюдаем. Полевые цветы ставим в вазу в любое время, но моя бабушка рассказывала, что до Троицы полевые цветы в дом носить не рекомендовалось. В предыдущих роликах я показывала вам, как цветет козлобородник, у которого съедобный корень. А вот когда цветет, он очень похож на огромный одуванчик. А такая травка, как козлятник, понижает уровень сахара в крови. Мои любимые сокирки из дитинства. Везде растет шалфей луговой. Он вот так выглядит. Я его хорошо знаю, собираю. Хорошо ополаскивать волосы. У кого потеют ноги, также хорошо делать ваночки для ног. Но вот вы посмотрите, шалфей луговой, листики. И точно такой же, я думаю, что это тоже шалфей, потому что цветочки аналогичные, листики аналогичные. И когда растереть в пальцах, аромат тот же. Но видите, какой цвет? Бледно-голубой. Даже можно сказать белый. Не встречала раньше такого. И как раз пора пришла зверобоя. Вы посмотрите. Он уже в полную силу цветет. Как раз пора собирать. А вот цвет козлобородника. Видите, как он цветет?
Сколько же здесь шалфея. Благодаря дождикам чебрец еще цветет. Еще также можно собрать. Как раз на Троицу украсить дом. Сармат, ищи маслятка, ищи грибы. Дождики прошли. Должны быть хоть какие-то грибочки, хоть зонтики, хоть что-нибудь. О, Иван Афанасьевич уже собирает шалфей. Это мне? Это тебе ванную буду делать. А за что? Просто так. Спасибо. За то, что ты есть. Тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля. Это тебе. Это опять за что? Просто так. Колокольчик луговой. Тысячелистник. Молочай. Чабрец. Астрагал шерстисто-цветковый. Шалфей луговой. Колокольчик. Зверобой продырявленный. Сосна обыкновенная. Шиповник коричный. Козлятник. Тысячелистник. Даровей. Зверобой продырявленный. Лох ускалистный. Астрагал. Земляника лесная. Коровяк скипетровидный. Шиповник коричный. Айва. Полынь горькая. Лорк Сармат. О, красавцы. Козлятник. Мышиный горошек. Мак самосевка. Черешня лесная. Злобородник. Астрагал. Донник. Шелковица белая.
Горчица. Клевер. Сокирки. Эспарцет.